Привет, ребята, с вами снова я, Лена Нефонтова, и это мой канал РНКТВ. Сегодня снимаю видео Back to School, то есть покупки в школе. И сегодня я вам покажу покупки одежды к школе. И видео будет такое необычное, так как я буду примерять образ. И когда я буду примерять, я уже и буду говорить, понравилось оно или нет. Давайте же посмотрим на первую покупку, которую я купила. И первая покупочка, это была вот такая вот серая футболка с якорями. Ее принт выглядит вот так. Мне ее мама покупала в мае, и я ее уже, естественно, носила в школе. И, в принципе, на мне она выглядит вот так. Следующую футболочку мама покупала же тогда же, в мае. В общем, она вот такая белая. Она с длинными рукавами, тут написано New York Brussels, то есть это район в Нью-Йорке. Также тут внизу очень такая красивая вот штучка, ну как, брызги. И она мне покупала с леггинсами, леггинсы я покажу в следующем кадре. В общем, и вот так эта футболка смотрится на мне. Следующая покупка, как я уже говорила, это вот такие леггинсы. Они синие, они как бы под вот эту вот футболку. И, в принципе, они самые обычные синие, и вот тут вот на концах такой вот, я не знаю, как это называется, в общем, какая-то рюшечка, что ли. Следующая вещь, это вот такая вот футболочка, на ней написано что-то про лето, и покупали мы ее в магазине Твое, где-то в июле, она с длинными рукавами, на мне смотрится вот так. И, кстати, вот такие вот подобные футболочки, которые я вам показывала, я обычно одеваю по сарафан в школу. Следующая моя покупка, это была из магазина Be Free. Это была вот такая вот кепка, она с прямым козырьком. В принципе, она выглядит вот таким вот образом. В общем, да, это, конечно, не для школы, но для лета. Очень классно. Я ее покупала где-то в июле, поэтому раньше это было лето. Сейчас уже, кстати, конец, и это обидно. Далее, эту покупку я тоже сделала в июле. Покупали мы эту вот блузку. Рубашку Glory Jeans, она вот с такими вот рукавчиками, вот, тут также пуговицы, и вот тут вот можно как и вот так вот носить, а можно носить вот тут вот застегнув, а можно носить ее и вот так вот. Далее это был вот такой вот черный сарафан, он выглядит вот так вот, у него тут такой не детский вырез, и для меня он что-то немножко рановат. Кстати, мы покупали в магазине Be Free, и сзади такая молния, и когда мы ее купили, этот сарафан, молния была сломана, поэтому мы ее починили. Далее это было вот такое вот платье, тут такой воротничок, покупали мы в магазине Be Free, оно на мне очень красиво смотрится, там также были синего и серого цвета. Далее это вот такие кроссовки, или я не знаю, что в них я буду ходить до школы. Покупали в магазине Твои. Далее это вот такие кеды, я буду в них ходить по школе.